24 июля 2015 года федеральный закон о связи претерпел некоторые изменения, в том числе и в части трансляции телеканалов. Закон устанавливает обязательную последовательность вещания общедоступных каналов. В нашем городе две организации занимаются кабельным вещанием – «Мультиком» и «Ростелеком». Телеканал ТВ «Рассказово» у тех, кто пользуется кабельным телевидением, никуда не исчез. Его просто необходимо настроить на своем телевизоре. Если раньше у пользователей оператора «Мультиком» кнопка рассказовского телевидения располагалась на 8-м канале, то теперь, по данным опроса, на информационном портале города Рассказово это 27-й канал у 41% проголосовавших. Либо 26-й канал, его указали 22% посетителей портала. Каждый телезритель может установить порядок каналов по своему желанию, достаточно воспользоваться настройками своего телевизора. Если телеканал ТВ «Рассказово» найти не удается, нужно обратиться к своему оператору кабельного вещания по телефонам, которые вы сейчас видите на своем экране.